Привет всем самогонщикам и винокурам. Мой брат работает на пиве и подогнал мне вот 3 литра просроченного пива. Я решил сделать самогон из этого пива и узнать, какой продукт можно получить в итоге. Пиво нужно перелить в куб и его дегазировать, то есть убрать газы. Газы я буду убирать с помощью такого венчика. Буду его мешать и постепенно дегазировать. Если же его не дегазировать, то пиво будет пениться и пойдет в трубку. Это нам не нужно. И теперь венчиком надо мешать до того момента, пока пены вообще не будет. Колотил, мешал, но все равно пена есть. Но буду надеяться, что все будет хорошо. Куб я специально наполню на 1/3, чтобы пена не пошла через верх. Так что ставим на перегонку и будем надеяться, что все хорошо перегонится. Нагревай куб на маленьком огне, чтобы пена не поперла. Закапали первые капли пивного самогона. Запах на кухне, конечно, такой воцарился мега пивной, хмельной. Итак, первую перегонку буду делать все вместе, в одну посуду. Вторую уже буду делать дробно. После первой перегонки из 3 литров пива я получил 350 мл пивного дистиллята. Так, сейчас померяю крепость. Отбирал я полностью с головами и с хвостами. Ну, крепость примерно 35, вот так вот, 36-35. Далее я смешиваю этот дистиллят из 300 мл воды и снова ставлю на вторую перегонку. Уже буду отбирать головы и хвосты. Начинаем смешивать. На тихом огне начинаем отбор голов. Отбирать буду немного, буквально 10-15 мл. Начинаю отбор средней фракции. Сразу буду отбирать в колбочку с спиртометром, чтобы контролировать градус. Заканчивать буду отбор примерно на 40 градусов. Вот, кстати, головы я отобрал. Запах у них такой вот насыщенный, хмель, хлеб, дрожжи, пиво, вот такой вот. В итоге у меня получилось почти 200 мл основной фракции крепостью. Крепостью смотрим. 50. 200 мл пивного дистиллята крепостью 50 градусов. Теперь пусть оно пару дней постоит, отдохнет и потом уже продегустирую. Начинаем пробовать самогон из пива. Итак, на запах. Честно, запах не очень. Такой вот вонючий. Что-то такое. Ну, короче, запах полная хрень, грубо говоря. На вкус. На вкус тоже невкусный, вонючий, с таким вот чем-то, как прокисшее пиво, такой запах. Или какое-то пиво, которое долго разлили, и оно так постояло, и такое начинает так подванивать. Вот такой вот запах. То есть, скажу так, самогон из пива никудышний. Возможно, его можно перегнать, залить в бочку, или настаивать на щепе какой-то, потом что-то получится. А так, по своей природе, он как если перегонять, то получается полная хрень, грубо говоря. Так что, скажу так, лучше не делайте. Получился продукт не очень хороший как на запах, так и на вкус. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока!